Хотите иметь фигуру, как у фотомодели, даже после родов? Прямо сейчас мама троих детей, очаровательная красавица Ксения Кузьменко поделится своим секретом, как достичь идеальной формы буквально за месяц. Здравствуй, моя дорогая. Привет, красотка наша, не первый раз ты у меня в гостях, и я всегда убеждаю, что ты точно знаешь, что нужно делать, чтобы всегда оставаться такой же красивой. Ты знаешь, огромное количество женщин пишут нам с просьбой помочь решить проблему. После родов мы поправляемся, а потом тратим огромное количество усилий, к сожалению, не всегда успешно, на то, чтобы похудеть. У тебя трое детишек, ты в прекрасной физической форме. Ты что, никогда не поправлялась после родов? Напротив, я дважды поправлялась на 12 килограмм, а вот в среднюю беременность я набрала многовато с сыном Платоном, 17 килограмм. Для меня это действительно было многовато, мне даже было тяжело передвигаться на последних неделях. У меня есть физиологические такие моменты, у меня кесарево сечение, поэтому мне не сразу можно было заниматься спортом. Кроме того, я мама двечайдушная. Да. Вот Мишельку я кормила вообще 1,8 года. Поэтому часто отлучаться из дому, сама понимаешь, тяжело. Угу. Пришлось пойти на компромисс со спортом и распорядком дня. И, посоветовавшись со своим тренером, мы разработали вот такой вот комплекс, состоящий из 5 упражнений, которым я хочу поделиться с мамочками. И тебе удалось буквально за месяц вернуть свою физическую форму прежнюю? Если делать это каждый день, вы обязательно придете к желаемому результату. Твой пример вдохновляет. И ты знаешь, прости, пожалуйста, но я буквально воспользовалась тобой. Правда? Для того, чтобы заинтересовать женщин. Мы взяли твои фотографии и отрезали голову. И вот эту стройную фигурку мы показали мамочкам, которые гуляли на детской площадке, и спросили у них, как вы думаете, сколько детей у этой женщины, если у нее вообще есть дети, да? И сколько ей лет? Очень интересно. Вы сейчас увидите. Дня. Здравствуйте. Добрый. Здравствуйте. А можно вам декілька запитань? Да, конечно. Я вам покажу декілька фотокарток, а ви дасте мені відповідь на питання, чи є у цих жінок діти і по скільки їм років? Судя по всьому, 25-26. Ну, где-то 25. Судя по подтянутой фигуре, по отсутствию живота и растяжек, это еще молодая девушка. 28. Ну, наверное, на 20-летнюю девушку это в лучшем случае. Как будто бы детей нет. Наверное, нету. Думаю, нет. Это одна и та самая жінка. Ага. И у неї троє дітей. Ого. Ей 36 років. Ух ты. Очень красивая девушка. Шикарно. Я бы тоже так хотела. Даже не верится. Есть к чему стремиться. По-моему, это тело, это мечта любой женщины. Особенно, если она рожала. И так. Вы можете мати такую фигуру? Хочу, спасибо. Вау, я согласна, однозначно. Хорошо, пока-пока. Ты видишь, что творится? Естественно, мамочки очень заинтересовались. Трех мамочек я пригласила сегодня в гости, чтобы они вместе с нами разучили этот комплекс упражнений. Добро пожаловать к нам. Проходите. Здравствуйте. 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 Ну что ж, давайте знакомиться. Меня зовут Наталья. Наталья. Мне 33 года, у меня прекрасная дочурка. Сколько ей? 1,2 года. Но вот стараюсь работать над собой. Пока, к сожалению, не совсем большие результаты. Пробую всевозможные методы. Честно говоря, даже доходила до голодовки. Но вот это вот не надо. Уже поняла, что это не нужно делать. Это опасно. Мы будем использовать только те методы, которые действительно помогут и здоровью не навредят. Как вас зовут? Здравствуйте, меня зовут Татьяна, я мать девочки, нам чуть больше года. Для меня это очень актуально, потому что я кормлю до сих пор грудью, и не хочется каких-то нагрузок, чтобы потерять молочко. Да, это тоже момент, правда. А вот скажите, пожалуйста, вы занимаетесь как-то, сами пробовали? Пробую, но результатов пока нет. Просто главное не опускать руки вот раньше времени и продолжать. Давайте с вами познакомимся. Добрий день, мене звати Мар'яна, у мене донечка Софійка, їй 3 роки. Я теж перепробувала різні дієти, навіть пробувала займатися вдома. Після пологів я набрала 20 кілограм, і у мене була стабільна вага, це 55 кілограм завжди. Багато чого не допомагало. І от вона, Ксюшенька, дійсно, як на фотографії, так і в житті, тростиночка. І зараз Ксенія покаже упражнення, не знаю, наскільки вони будуть складними, але те, що вони ефективні, це вже перевірено. Готові займатися? Так.
В любом случае, если вы занимаетесь спортом, все равно нужно придерживаться правильного питания. Угу. И хотела сказать о противопоказаниях, что если вы только что родили ребеночка, и у вас было кесарево сечение, то желательно 2, лучше 3 месяца не заниматься спортом. А скажи, пожалуйста, Ксюш, мы еще и читать будем? Потому что я смотрю, что книгами мы с тобой запаслись. Но это секрет, я раскрою его немножечко позже, окей? Это нам для тренировки Конечно. Понадобится? О, интересно. Мы готовы начинать. Пожалуйста, присоединяйтесь к нам, потому что если это поможет мамочкам, которые недавно родили малыша, избавиться от лишнего веса, то женщине в любом состоянии, в любой период жизни это тоже поможет. Комплекс состоит из 5 упражнений. Предлагаю начать упражнение для живота и талии. Мы ложимся, раскладываем руки на ширину плеч, может быть чуть шире, ладонями вниз. И поднимаем ноги на высоту 20 сантиметров от пола, ну, где-то 20-30, у кого как получается. Ноги обязательно должны быть как струнка, ровненькие. И разворачиваем, сведены вместе, разворачиваем их вначале влево. Держим. 10 секунд считаем вправо, снова влево. Как вы чувствуете, работают мышцы пресса вправо. Таких повторов делаем 10. 5 в левую сторону, 5 в правую. Отдохнули. 3 подхода по 10 раз. Угу. Тяжело. Делаем для начала сокращенную программу, потом наращиваем. Прорабатываются мышцы живота, талии. И очень хорошо в этом упражнении прорабатываются боковые мышцы живота. А кроме того, мамочкам с маленьким ребенком необходимо, чтобы все мышцы, вот, которые ты перечислила, были развиты. Потому что малыша поднять, его куда-то пересадить, это физическая нагрузка, которая порой доводит даже до боли в спине. Согласитесь? Да не порой, очень часто. Постоянная проблема. Угу. Очень часто. Поэтому мне очень понравилось упражнение, и хочу тебе сказать, оно достаточно сложное. Мы много раз делали упражнения для пресса, для талии, но это вот ты какое-то особенное выбрала, очень хорошее. Многие фитнес-тренеры пришли к выводу, что в статике лучше всего прорабатывается пресс, а это упражнение достаточно статичное. Приступим ко второму упражнению. Садимся на каремат. Руки отводим сантиметров на 30 от таза, ладонями вниз, соответственно, пальцами вперед. Данное упражнение будет направлено на заднюю поверхность рук, на трицепс. То, что, как правило, выдает возраст женщин. Девушки, теперь мы поднимаем таз на 30 сантиметров, 30-40 от пола. И начинаем сгибать руки, касаясь тазом каремата. Очень важный момент – локти отводить ровненько, чтобы не в сторону, только строго назад. Таких повторений делаем 15 и 3 подхода. Ну что, девчонки? Відчуваються м'язи рук. Можна навіть з дитиною пробувати цю праву робити. Можна сажати ребенка на живот. Но, как по мне, это упражнение будет чуть более эффективным, если мы будем использовать какую-то высокую платформу, стул, к примеру. И таким образом вы меняете угол, и у вас прокачивается... И вот это вот, что будет висеть, оно все будет подтягиваться. Будет подтягиваться. Третье упражнение, которое я покажу, рассчитано для подтягивания внутренней поверхности бедра. Нужно держать ее тоже в тонусе. Ложимся, да. Вытягиваем ножки, руку кладем под голову. Вторая ручка у нас для опоры. Сгибаем верхнюю ногу, ставим ее на колено и поднимаем ногу. Стараемся усложнять себе задачу тем, что напрягаем ягодицу дополнительно. Таким образом у нас будет прокачиваться не только внутренняя поверхность бедра, но и ягодичная мышца. То есть мы убиваем двух зайцев одним махом. Таких повторов делаем 20. Старайтесь не опускать ногу полностью, девчонки. Тобто завжди тримати да, нас в тонусі. І якщо вам слишком легко, сюди можна буде положити либо книгу, либо бутылку з водою і придерживать її верхней ногой. Либо утяжелитель в виде гантельки, якщо вдома є. І, соответственно, столько же повторів в другую сторону. Поверьте, через неделю выполнения вот этих упражнений вы обязательно почувствуете внутреннюю поверхность бедра. Четвертое упражнение из моего комплекса мы будем выполнять стоя. Поднимаемся. Упражнение направлено опять же на мышцы ног, на ягодичные мышцы. Расставляем ноги пошире. Руки вытягиваем вперед. Правую ногу поднимаем на носок. Приседаем как можно ниже и поворачиваемся в сторону. Таких повторов делаем 20 в одну сторону и 20 в другую. Стараемся. Нога должна быть напряжена. Что чувствуете? Помимо того, что еще и талия напряжение. Работает. Внутренняя часть бедра также чувствуется. Приседаем пониже.
Ну, нормально, да, чувствую? Да, еще же и на другую ногу. Самое главное, не забывать пить во время занятий, потому что мы теряем много воды, и нужно пополнять этот баланс в организме обязательно. Я знаю, что когда я занимаюсь, и занимаюсь, допустим, в тренажерном зале, я выпиваю, ну, 5-6 стаканчиков воды за тренировку обязательно. Хотя я воду не люблю. Но мы сделали уже 4 упражнения, а я до сих пор не знаю, для чего нам книги. Вот какая ты нетерпеливая. Вот сейчас я тебе обязательно расскажу. Девочки, садимся снова на коврик. Ножки как кому удобно. Берем книги в руки. Мы будем качать предплечья. Это утяжелители. Конечно. Предплечья, бицепсы. Я бы предпочла взять что-то потяжелее, может быть, по 2 книги. Может быть, у кого-то есть в 2 экземплярах 3-томник «Войны и мир» дома. Конечно, можно брать и другие предметы. Но мы зачастую используем пластиковую бутылку, наполненную водой. Если вам хочется, чтобы еще тяжелее было, тогда насыпьте в нее песок. Ну, можно, а может быть, так. У кого-то уже гантели есть дома. Конечно. И уникальность этого упражнения в том, что мы удерживаем книгу в руке для того, чтобы она не упала. Соответственно, держим равновесие. Вот. И поднимаем руки. Раз. Не очень тяжело, поэтому нужно сделать как можно больше повторов. Сделаем 30. Делаем помедленнее и потщательнее. Наденька, я тебя вижу. Хорошо. Я думаю, что деткам точно понравится такая игра. Наденька, чем медленнее, тем эффективнее. Вот я, например, чувствую, как у меня уже немножечко дрожат руки. Хотя я человек за кормом. В цьому, напевно, полягає вся ефективність цього. Да, мы удерживаем книги. Это упражнение также подтягивает очень сильно мышцы грудные. Да, почувствую. И руки очень сильно дрожат. Я думаю, что если вы дома будете повторять этот комплекс каждый день, вы увидите результат быстрее, чем за 1 месяц. Мамочек во дворе хватает? Я думаю, что обязательно стоит поделиться. И думаю, что и моя малышка Дашулька тоже с удовольствием в такую игру поиграет. И мы будем 2 спортивные девчонки. Супер. Будете делать этот комплекс? Конечно, с удовольствием. Угу. Как впечатление в целом? Вот это будет очень актуально для всех мам, которые хотят похудать, которые хотят выглядеть шикарно после родов и не бояться за свою фигуру. Угу. Надеюсь, что все, кто сегодня посмотрел, обязательно повторят и введут это в свой ежедневный распорядок дня. Угу. Спасибо, Ксюша, ты нас очень вдохновила. Дякуємо. Спасибо. Привет, друзья! Понравилось видео? Ну что же, оставляйте свои комментарии, делитесь им с друзьями и подписывайтесь на наш канал, чтобы первым быть в курсе всех полезных и интересных новостей.